Добрый день. Исполняющий обязанности заместитель начальника полиции охранника за порядком. Майор полиции Миганов Сергей Владимирович. О, знакомые все лица. Здравствуйте. Денис Геннадьевич Пискунов. Пискунов? Да. Денис Геннадьевич. Да. Что сейчас здесь происходит? Здесь происходит пикет. Пикет. Я предлагаю всем разойтись на расстояние 30 метров друг от друга, чтобы... Не одиночный пикет, товарищ майор, не путайте. Вы кто? Если вы никто, почему вмешиваетесь в наш разговор? Извинился. Простой народ. То есть, заявлено место какое у вас было? Документ показать? Да. Да нет, не должно быть. Так, пикет. Территория. В сторону улицы вокзальная. Пикет. Вы не в том месте находитесь. Вы пешеходная дорожка. Вы заявили на площади. Мы можем перейти туда? Не, перейти туда. Там происходит сейчас работа. В данный момент я вам предлагаю разойтись лицам по 30 метров друг от друга, что не будет противодействовать законодателю. Иначе я вам сейчас приношу предостережение на прекращение действий ваших. И к ним продолжали, обогащаются миллиардами. Мало ли, народ-то, нам надо посоветовать. Документик. Ты-то нам не дозволишь. Ссылки на закон, по которому мы на самом деле находимся здесь абсолютно законно. Познакомься. Сейчас ознакомимся. На какой закон ссылка? На разные. Юристы подготовили, чтобы вы точно знали, что мы здесь этим находимся законно. Они должны взять порядок. 50 метров даже прописано. Одиночные пикеты. Мы не на одиночных пикетах, здесь не про одиночные пикеты. Если администрация не предоставила альтернативную площадку и вовремя не предоставила, не предложила ее, то мы не мое. Митинг считается абсолютно. Вы вправе были обратиться в суд, обжаловать действия администрации. Вы обратились? Мы обратимся. Обратиться, а потом уже. А то, что... Конституционный суд абсолютно прямо указал в своих рекомендациях о том, что если администрация не предоставляет альтернативную площадку, то митинг считается согласованным. Зачем? Причем здесь? Обращение крайне явно. Там нет ссылки про обращение в суд. Мы никакого закона не нарушаем. Стоим мирно, никого не трогаем. Просто... Красноярский, классно, несогласованный митинг, минимум на 1500 человек, все спокойно, полиция никого не трогает. Сколько народу в Новосибирске пишут, очень много. Разрешите еще документ, пожалуйста. Заявленное местоположение. Что мне не давление? Давление достаточно. Если бы не Украине, вы выражены. Есть так, блядь, вы жили сейчас лучше всех и китайцев, и американцев. Народу было бы у нас. Три миллиарда, не больше даже. А он, короче, оформляют организатора. Я грузин уважаю, у них есть свое слово. Но выродок этот залез змеёй на нашу территорию, на наш престол святой, русский. И уничтожал нас, украинцев, гадина.